Как будет развиваться Кубань после Олимпийских игр? Планы и перспективы региона Александр Ткачев обсудил сегодня в Москве в федеральных ведомствах. В агентстве стратегических инициатив губернатор рассказал о предпринимаемых мерах по улучшению инвестиционного климата. В одном из майских указов президент страны поставил задачу к 2015 году довести объем частных вложений как минимум до 25% ВВП. Краснодарский край эту планку уже перепрыгнул. За год доля инвестиций в регионе выросла с 57 до 61%. От ВВП. А общий приток частных вложений за 6 лет составил 3,7 триллиона рублей. И несмотря на окончание олимпийского строительства, в экономику Кубани все равно будет вложено больше инвестиций, чем планировалось. Остается главным для края развитие курортной сферы. В Федеральном агентстве по туризму Александр Ткачев обсудил подготовку Кубани к летнему сезону. Ежегодно в регион приезжают более 11 миллионов отдыхающих, а предстоящим летом планируется, что поток туристов значительно увеличится, в том числе за счет прошедшей Олимпиады и развития альтернативных видов туризма. Курортные территории из краевого бюджета получат около 100 миллионов рублей. Часть этих денег пойдет на благоустройство парковых зон в Горячем Ключе и Апшеронске. Также начнется реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш». Готовы к сезону уже и детские здравницы Кубани, масштабные планы на этот год также по модернизации дорожной сети. 19,5 миллиардов рублей краевых средств потратят на строительство и ремонт автодорог. Об этом шла речь в Министерстве транспорта. Александр Ткачев отметил, что особое внимание уделят столице края. Необходимо решить главную проблему – избавить Краснодар от пробок. А это невозможно без строительства новых дорожных сооружений. Приоритетные проекты – Яблуновский мост и развязка на пересечении Ставропольской и Старокубанской.